говорит Москва. От Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином! Low right, the intention is to hit the target, not scare it.